У нас появился Глушков. Был такой Глушков в Газплане. Гениальный человек. Он придумал вот эту систему АГАС. Если бы мы ее придумали, то уже бы сейчас в мире был только бы Коммунистическая партия Советского Союза. Больше никого не было. Но они не поняли это. И они его угробили, и Анчишкина угробили.